мы снова с вами в кабаре «Маски Шоу», где никогда не смолкает веселый смех. Вы не поняли, это была моя знаменитая тонкая шутка. Тонкая, но смешная. Как видите, веселье в самом разгаре. Я предлагаю нашу программу начать. Перестаньте! Марш, работай! Иди работай! И ты работай! И ты тоже иди! Ты не иди, ты стой здесь. Стой. Мадам Бандерша и ее ученицы. Ворюга украсть по-человечески не может. Совсем квалификацию потерял. В долг ему не наливай. Вот пусть пойдет, наборует деньжат, а потом выпивку заказывает. Его ж клиенты ждут. Девочки, да нет у него денег, пропел он все. Бандерша молодец, сходу его раскусила. А вот и господин президент с супругой.
Ну, бандерша дает. А, молодец!
Генеральный спонсор сериала «Кремлевская Делюкс». Вот дура! Нашла время, когда к президенту клеится. Ты б хоть брулики-то ворованные сняла бы! На голове диадема была. Вот гадина. Сразу заложила. А потому что мозги надо иметь и ворованные интеллигентным людям продавать, а не швали всякой.
господин президент, это очень старое вино. 2000 лет выдержит. Советую быть с ним поосторожнее. Может ударить в голову. Слушаюся и повинуюся! Господин президент, ну ответьте, посмотрите хотя бы на него. Он вроде как вас слушается и повинуется, а вы как-то... А! Красоты. На ней большими буквами я напишу, что ты
отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне два раза. Ай-яй-яй, не приказывал. Это она сама. Любви все возрасты покорны. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. У меня же ведь тоже есть жена. Молодая, красивая такая. Она у меня такая... Какая-то... Какая-то она... Вот на тебя она похожа, как две капли воды. Не будем о грустном. Пока.